Здравствуйте, вашему вниманию представлен лот номер 8. Bomber X Jackets, мужские и женские куртки. Представлена мужская зимняя куртка на клепках и на молнии с капюшоном. Также есть карманы на клепках, на рукавах липучки. В размере 64 российский. Джинсовая рубашка мужская. На пуговицах есть карманы. Также небольшие карманы на пуговицах в размере 40. Но она больше мерит, может быть 42-44. Также мужская зимняя куртка без капюшона. На клепках и на молнии есть карманы на клепках. Рукав сделан с резинкой в размере 58-60 российский. Точно такая же, в такой же расцветке. В размере 50. Но маломерит вот это. Также мужская зимняя куртка без капюшона. На клепках и на молнии. Есть карманы на молнии. Также просто. Рукав сделан с резинкой. В размере 62. Маломерит. Точно такая же, в такой же расцветке. 56, также маломерит. Еще одна такая же. 56, также маломерит. Мужская куртка на теплую зиму с капюшоном. На клепках и на молнии. Также есть на клепках карманы. Рукав с резинкой. В размере 46. Зимняя мужская куртка с капюшоном флисовым. Она идет на пуговицах и на молнии. Внутри капюшон можно отсоединить. Он также идет на молнии по бокам и на пуговицах. Большие карманы внутри на флисе в размере 64 российский. Удлиненная женская куртка на осень-весну с капюшоном. На липучках и на молнии. Есть ремешки на поясе, можно затянуть. На липучках также карманы, по бокам молния. Можно сделать пошире. Рукав идет с резинкой. На рост 176-182. Жилетка женская на осень-весну без капюшона. На молнии и клепках. Есть карманы на клепках. По бокам внизу есть резинки. Можно затянуть. В размере 38. Но больше мерит. Она может быть на 40-42. Удлиненное женское пальто на осень-весну. На клепках есть карманы. Рукава также на клепках. В размере 52 российский. Куртка на осень-весну женская. На молнии без капюшона. Есть карманы внутри на флисе. В размере 54 маломерит. Бретельная куртка на осень-весну с капюшоном, на молнии. Есть карманы, рукава на резинке в размере S. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо за внимание.